За моей спиной находится бывший административный корпус завода «Москвич». А слева – это особенное здание, летающая тарелка. Это бывшее здание заводского музея. Сейчас оно ни под что не используется. А вообще на территории завода теперь «Технополис Москва», где производят какие-то высокие технологии. Завод утрачен, но территория осталась, и будем надеяться, что она как-то нормально будет развиваться. Да. Посмотрели на другие москвичи, но пришла пора вернуться к своему. Здравствуйте, дорогие друзья! Как это ни странно, это 4-й выпуск «Москвич-шоу», и как это ни странно, мы продолжаем разбирать машину. И по моему вот этому вот ожерелью вы можете понимать, что я собрался что-то сливать, потому что у меня воронка. И вот серая канистра непонятного содержания. Ну, пока что она пустая. В общем, ладно, я собрался сливать тосол и в целом все жидкости из автомобиля. Так что я приступаю. Хватит. Последние капли уже я не буду цедить. Шикарно, я бы сказал, не считая немного пролитого. Ведерко нам сейчас требуется, потому что я собрался снять радиатор, а значит, эта часть должна быть снята, и открыть нам она поможет доступ к мотору, да, и к дальнейшей разборке. Это будет гораздо удобнее. В общем, радиатор сейчас будет снят, все его 4 болта крепления уже откручены, так что осталось снять нижний патрубок, слить остатки тосола и радиатор долой. Можно я больше уже не снимать. Мы снимаем радиатор. Это он.
Патрубок снят, лишний тосол тоже слит. Так что просто берем эту вещь и вытягиваем ее. Вот, вытянулась она вместе с клеммой. Так, видимо, и должно быть. О-о-о, полегче. Чтобы не упасть в яму, надо тут балансировать на грани разумного. Вот он, посмотрите, какая прелесть. Ладно, что на него смотреть? Давайте положим его и дальше уже будем снимать что-нибудь. Иди отсюда, иди! А сейчас сниму радиатор отопления салона, то есть печку. Крепится он 4 гайками всего, поэтому снимать его одно удовольствие. А перед этим я открутил 2 патрубка, которые к нему подводят тосол, собственно. Заодно будет интересно проверить, в каком он состоянии, сильно ли он засорен и какова его дальнейшая судьба. Тоже интересно очень. Страшные новости. Он снимается не 4 гайками. Он вообще не снимается 4 гайками. Но похоже, что он снимается просто силой мысли. Вот так вот. 4 гайками снимается его рамка. Сегодня выпуск неудачных эпизодов. Но вам специально покажем. Я просто никогда не снимал радиатор с этого, поэтому вот такая петрушка. Видите, какой он сам по себе-то не поврежден особо, а вот что касается пыли, как тут все интересно, прелесть просто. Прежде чем снять коробку передач, я хочу добавить пару слов о рычаге, а именно о механизме переключения передач на москвиче. Дело в том, что здесь рычаг идет не напрямую в коробку, как у многих машин, как у Жигулей, например, а управляет переключением путем хитрого механизма. Там идут 2 тяги, и вот этот механизм, который называется кулиса, он состоит из множества разных таких рычагов, которые и управляют переключением. Основная претензия владельцев москвичей к переключению передач бывает в том, что рычаг имеет большой люфт, он шатается, болтается, невозможно правильно включить передачу. Это происходит потому, что механизм вот этот вот кулисы, в нем наличествуют пластмассовые такие детали, и они от времени расшатываются, разбалтываются. В общем, можно даже промазать мимо передачи, хотя ты вроде бы ее воткнул. Поэтому владельцы зачастую ставят коробки от Жигулей, от Волги, еще от чего-то. Но на самом-то деле нужно всего лишь вовремя обслуживать этот механизм, и тогда переключения будут совершенно нормальными. Вот как видите, я обслужил, и теперь все можно в принципе пальчиками переключать. Заднюю, третью, четвертую, какую угодно, вторую, первую, все втыкается вот нормально. Единственное отличие – это его относительная длинноходность. Ну, мне нравится, многим другим тоже нравится. Вот. И отдельно хотелось бы сказать пару слов о самом набалдашнике. Дело в том, что он самый удобный в мире. Он идеально ложится в руку. И
Лучше попробуйте, найдите где-нибудь москвич с правильной, нормальной, настоящей ручкой и ощутите эти сами. Это, наверное, самый удобный набалдашник, который я когда-либо видел. Да, пожалуй. Так что прямо сейчас возьмем, да, открутим его, потому что именно с этого нужно начать. Отказаться от фраз «ну что ж» и «поехали» и «пора разбирать». Давайте начнем. Это надо больше не делать. Так. Настало время спуститься под землю. Болтами. А в этой точке она крепится к подушке двумя болтами. Крепится подушка к поперечине, которая в свою очередь четырьмя болтами прикручивается к лонжерону. Сняв весь этот перечисленный крепеж, мы получим нашу заветную коробочку отдельно. И не забудем, конечно, про вот этот вот элемент. Это не что иное, как привод спидометра. Thank you.
Для этого, конечно, первым делом сливаем остатки топлива из него. Остатков нет, не обнаружено. Ну, значит, смело закручиваем пробку назад на место. Это так оставим, это пустим в ролик. После чего снимаете трубку подачи топлива и провод с датчика уровня топлива и откручиваете 12 болтов по периметру топливного бака. Многие из вас в комментариях спрашивали, а что же будет в конце? Каким будет проект? Неужели я собираюсь собрать все, как было? Я сначала хотел ответить очень просто, но потом подумал, что эта тема требует, так сказать, развертывания, ее нужно пояснить. Начну я издалека. Когда я только-только купил этот «Москвич», когда он только ко мне приехал, у меня в голове была только одна мысль. Ну, наконец-то! У меня есть «Москвич! Ура! Я там владелец!» Властелин колец, короче говоря. Да. И первым делом я начал, конечно, не с того, чтобы там разбирать кузов, разбирать стекла, там, ремонтировать двигатель, не знаю, подвеска, сварка, покраска. Нет, конечно. Первым делом я стал просто кататься, поставил его на учет и занялся совершенно там какими-то незначительными мелочами, типа там настройка зажигания, бла-бла-бла, карбюратор и всякое такое прочее, которая вот позволила наконец нормально ездить более-менее. А потом я принялся искать всякие мелочи. Всякие шильдики, всякие там хромированные штучки. Я узнал про то, что существуют такие редкие вещи, как там тканевый салон, я не знаю, хромированные порожики, хромированные молдинги, там бирочка с какого-то там определенного выпуска. В общем, внешняя деталировка — это очень здорово, это очень красиво. И я думаю, что, в принципе, вот кто приходит к этому так внезапно и резко, к москвичизму я имею в виду, то первым делом начинает искать всякие разные штучки. Но дело в том, что, в общем, я не хочу сказать, что в этом есть что-то плохое. Наверное, многие через это проходили. Но сейчас я понимаю, что когда ты покупаешь старую древнюю машину, состояние которой тебе, скорее всего, неизвестно в подробностях, в деталях, есть смысл все-таки сначала заняться кузовом, самым главным. Но понятное дело, что те, кто купил «Москвич» впервые в своей жизни за 15 тысяч рублей, он думает, что на нем можно ездить какое-то долгое время, что он не принесет никаких проблем. Конечно, иногда так бывает, так происходит, конечно, людям везет. Но, скорее всего, у машины все-таки есть какие-то проблемы. Тут, опять же, нужно сказать, что у каждого своя цель. Кому-то действительно нужна просто машина в качестве первой, и это отличный вариант, чтобы научиться каким-то работам с машиной, понять ее устройство, суть, и понять, нужно ли тебе это вообще или нет. А потом уже идут вот эти вот самые углубления в конструкцию, и если уж тебя это дело затащило, затянуло, тогда ты начинаешь уже там заморачиваться со всякими там прибамбасами, со всякими там настройками. В общем, у самых-самых-самых глубоко ушедших в эту тему людей это принимает просто угрожающие масштабы. В моем случае получилось
практически так. То есть я, конечно, понимал, когда эту машину брал, что у нее много проблем. Более того, я и специально брал эту машину так, чтобы у нее были определенные проблемы. Я хотел именно попробовать себя что-то сделать, посмотреть, получится или нет, как оно получится. И постепенно завертелось. Я там тут подкрутил, тут подмазал, тут что-то сделал. И как-то я понял, что это мое, что мне это нравится. И тогда уже пошла вот эта стадия с храмульками, с салонами, со всякой атрибутикой, со всякой разной там мелочевочкой. И мне это очень нравилось, потому что когда ты отыскиваешь какой-то, в общем-то, редкий компонент, редкую детальку, то это, конечно, прям такое удовольствие, ура, устанавливаешь ее на это место свое положенное и получаешь с этого очень большое удовольствие. Но через какое-то время происходит примерно такая ситуация. Едешь ты такой по дороге или просто смотришь на свою машину и понимаешь, что что-то она подустала, что-то с ней не так. Что-то тут скрипит, заглядываешь, а там, оказывается, подвеска уже приехала. Начинаешь менять там колодки, а оказывается, что все тормоза надо перебрать. И одно за другим так тянется. И потом уже наступает такой момент, что думаешь, да тут все надо разбирать, все надо чинить, все надо ремонтировать. Если я хочу, чтобы она со мной была, я имею в виду машина, какое-то долгое время, то, кажется, пришла пора что-то вложить в наши отношения. И именно, наверное, отношения – это то самое слово, которое вот обозначает вот мое взаимодействие с этим вот агрегатом, потому что за то время, пока он у меня, это вот 2 года, да, вот скоро будет, так сказать, день рождения того времени, как он будет у меня, за эти 2 года мы подружились. Вот я хочу сказать, что подружились. И я, в общем-то, к нему привык. А когда привыкаешь, здесь уже как бы все, назад пути нет. И когда ты понимаешь, что вот ты уже вложил столько-то денег, вот ты уже вложил столько-то там души, я не знаю. Назад пути уже нет, отступать некуда. Поэтому позади вот москвич. И поэтому вот вы видите то, что вы видите. Именно поэтому все это шоу, все это кино и начало сниматься. К чему я это все говорю? Потому что, наверное, каждый должен пройти через эти стадии. То есть сначала он должен понять, что это такое, зачем оно ему, в каком оно состоянии, и есть ли смысл и резон продолжать дальше именно с этой машиной, с этими машинами в целом. И тогда, когда ты поймешь, дорогой друг, что это такое для тебя лично, ну тогда ты поймешь, собственно, нужно ли тебе это, и стоит ли этим заниматься, и что ты готов для этого сделать. Вот такие дела. Так вот, возвращаясь к началу этого послания к вам, что же будет в конце проекта? Лично я человек с такими взглядами, которые, ну так скажем, неоднозначны для некоторых из вас. Потому что, наверное, некоторые ждут, что в конце здесь будет какая-то супергонка с 3-литровым двигателем, там с подвеской BMW, супер там ралли-вершин. Нет. Я хочу собрать практически стоковую машину. Да, не разочаровывайтесь. Дело в том, что я считаю, что классические машины, такие как это, они самодостаточны, вот в том виде, в котором сошли с конвейера. И даже самая небольшая какая-то такая модернизация в стиле там занизить спойлеры, мойлеры, все эти дела. В общем, можно очень небольшой деталькой как-то все испортить. То есть вот этот вот создавшийся облик такой стандартный, заводской, красивый. Потому что люди думали, когда выпускали это, неспроста на нем было сначала с завода много всяких молдингов, хромированных штучек. Люди про это думали, это было красиво. И этого достаточно, чтобы этой машине быть красивой. И поэтому, в общем-то, в целом я буду придерживаться именно вот позиции стока. И по внешнему виду, и по экстерьеру. По интерьеру, конечно же. В салоне будет все в виде стока, и снаружи тоже. А вот что касается каких-то технических вещей, то тут я все равно буду придерживаться каких-то заводских вещей, параметров, значений, но какие-то моменты, возможно, в силу того, что сейчас уже другое время, может быть, я заменю, да. Поэтому уж не серчайте, что такие дела. И это будет стоковая машина. Вы сначала лучше досмотрите шоу до конца, а потом уже скажете: «Нет, отстой, ужасно, плохо, нет, это сток, унылый сток, очередной унылый сток, это никуда не годится, нужно было делать корч, нужно было делать ралли, шпрот». Не годится. Так что уж извините, это будет сток.
Thank you.